Сегодня Российская Госдума одобрила создание Национальной гвардии. Новой силовой структуре разрешат применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие без предупреждения, цитата, при непосредственной угрозе гражданам. Проект о создании Нацгвардии был внесен президентом Путиным. После этого в Госдуме начались бурные дебаты, не создают ли власти репрессивный орган со слишком широкими полномочиями. В итоге народные избранники пришли к выводу, что эти опасения не обоснованы. Николай Старобахин продолжит. И партия большинства, и парламентская оппозиция. Законопроект о Национальной гвардии поддержали почти все депутаты Государственной Думы. По-разному они объясняли лишь причины, по которым голосуют за этот закон. Документ, внесенный Владимиром Путиным, пропрезидентская «Единая Россия» не могла не поддержать. Единороссы уверены, новый силовой орган как раз то, что нужно стране для борьбы с терроризмом. А вот «Справедливую Россию» подкупило название «Национальная гвардия». Это звучит гордо. Переименование «Национальная гвардия» совершенно оправдано. Какие могут быть внутренние войска? Армия должна обеспечивать внешнюю безопасность. А внутри страны проблемы обеспечения стабильности и безопасности должны, как раз таки, решать войска Национальной гвардии. Сторонники закона подчеркивают, никаких особых полномочий у новой структуры не будет. Все то же, что и у нынешней полиции, ОМОНа и ФСБ вместе взятых. Казалось бы, если и вправду ничего нового, зачем тогда нужен этот орган? Один из депутатов, отвечая на вопрос, кажется, проговорился. Вот Украина свою национальную гвардию распустила в 2000 году и через несколько лет получила Майдан. Если бы она сохранила свои элитные войска, которые присягали президенту, присягали народу, может быть, не было бы кровопролития ни в Киеве, ни на юго-востоке. Парламентская дискуссия острой не получилась. В необходимости создания Национальной гвардии усомнились только коммунисты. В КПРФ убеждены, с терроризмом можно бороться и по-другому. А вот создание фактически личной армии президента прямо перед выборами – тревожный знак. Есть основания полагать, что возникновение нового силового формирования связано с ухудшением социально-экономической автономии. Ситуация продолжает принижаться, а протестное настроение продолжает нарастать. Отсюда, по-видимому, стремление заранее создать структуру, способную эффективно подавлять акции протеста. На свои простые, вроде даже банальные вопросы коммунисты получили хлесткий ответ от Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР, как обычно, назвал вещи своими именами. Ей-богу, не могу понять, для чего создается Национальная гвардия. На что армия не справляется с своими задачами. А Николай Федорович не понимает, зачем. Николай Федорович, против таких, как вы, это создается. Против бунтовщиков, против революционеров всех мастей, против экстремистов. Борьба с терроризмом или оппозицией? Чем будет заниматься новая силовая структура, похоже, до конца не знают даже депутаты. Впрочем, принять законопроект им это не помешало. Пока только в первом чтении, но уже в ближайшее время документ, очевидно, будет утвержден окончательно. Николай Старобахин, Дмитрий Гусев, RTVI, Москва.